Всем привет, с вами Тут. Сегодня у нас вторая серия Звездных войн. Да, Падший Орден. И в этой серии я постараюсь убить ту жабку. Чего не обещаю, но я постараюсь. Сделаю драйв 10, наверное. Если ничего не получится, то ничего не получится, значит. Да. Что? Давайте идем. И завалим эту тварь. Так, жаль. О, у него это работает, кстати. Жаби, не надо. А, стоп, это же ящерка. Блин. Хитбокс такой себе. Не нравится. Ладно. Next try. Короче. Я передумал бить эту жабу. Потому что она нереально кривая. Сделана она просто отвратительно. Это буги. Хитбокс этой жабы. Это... Блин, нереально. Что происходит? Только лё. Буду резать. Почему эти штуки разбиваются, если он как бы это мечом бьет? Очень странно. Лута в них нет, как я понял. Еще одна штучка. Не заметил. Строение черепа какого-то существа, я не увидел какого, да и не понял. Чувствовать отзвук. Посуда. Мне кажется, это можно было узнать и без силы. Да. Вентилятор нельзя сломать. В смысле лопасти. Немножко сломал. Мы же инженер, да. GD-инженер. Блин, забавно. А, у меня сварка в кармане. Кайф. А как ты ему корпус восстановил? Ладно, не важно. Как? Персонализировать свой меч? О, да! Наконец-то у нас есть выбор. Я могу сделать зеленый меч. Кайф. А, разные рукоятки. Эмиттер. Переключатель. Муфта. Материал. Мне нравится то, что здесь есть кастомизация оружия. Просто вдумайтесь. Теперь у нас классный зеленый световой меч. Стоп, а сколько там цветов было? А, только два. К сожалению, только два цвета. Очень жаль. Могли бы добавить еще типа желтый, белый, красный. Я точно помню то, что были джедаи, которые
ходили с красными световыми мечами. Друиды, которые хилят из второго батлфронта. Темноту. Темнота. Темно, да. Все напутал. Так, здесь нету больше ничего. Вот здесь что-то есть. Или нет? Не, ничего нету. Ладно, лезем. Не, ну, кастомизацию меча я, конечно, не ожидал. Так, нам туда. Нужно эти штуки поломать. Ой. Все залагало. О, это еще один? Да-да-да, это еще один. Или что, он как-то покрасил себя? Исцелить. Инкстим. Понял, это местный эстус. Блин, прикольно. Теперь у нас на спине бидиван. Селят кого с помощью контейнеров, окей. Главное, чтобы он крепко держался, то упадет еще. Так, я понял, как карту открывать. Что это красное? Там проход, видимо, где-то закрытый. И нам надо сейчас наверх, как я понял. Перерезать. Ого. А. Это открытый путь. Так, стой. Аккуратненько. Это что? Кайф. Получи новый эмиттер. Давайте посмотрим, что там такое. О, найс. Найс движение. Ну так. Эмиттер. Эмиттер. Это что вообще? А! Ой, это как у люка. Ну, мне вот этот больше нравится. Это были не как у люка. Блин, я не помню, но точно помню то, что у кого-то из главных героев рукоятка меча была такая же. Вау. Так. Прогрузка. Надо осмотреться. Штучки. И крабик. Здесь мы были? Нет, там мы точно не были. А, не были. Я не помню вот эту яму. Стоп. Нет, мы там не были. Сканировать? Что? А, трупы сканировать. Понял. Честно говоря, вот когда я смотрю вот туда, мне эта игра кажется очень сырой. Будто бы какая-то проба пера. Особенно когда я смотрю вот на эти пустые локации, на босса. Что это? Ну, такое ощущение появляется. Можем туда допрыгнуть?
Не факт. Не, не сможем, передумал. Окей. Там какие-то растения или что это? Так, ладно. Опять ящерки бегают. Опять все залгало. Великий раздел. Что такое? Что-то нашел. А, он отметил места, где мы были. Там заблокировано, как я понял. Мы там не были еще. О, тут есть уровни. Окей. Хорошо. Здесь какая-то платформа. Там на нее. Сначала сюда. Бам. Сканировать. Вот тут сундук. Так. Не могу принять то, что взаимодействие на стик. Очень трудно. Новый материал пончо. Что значит новый материал? О, прикольно. Давайте его наденем. Выглядит забавно. Бонфайр, кстати. Да, отдых. Мы это уже видели. Пока что ноль очков навыков. Окей. Как я понял, здесь очки навыков накапливаются так же, как в Секира. Странно, это работает. Мне, кстати говоря, очень нравится то, что здесь главный герой, он более слабый, чем в той же Star Wars Unleashed. Потому что там главный герой был вообще каким-то неадекватно сильным. Кел, что это было? Было очень странно, на самом деле. Там еще одна жаба. Еще одна жаба. Уходим. Согласен. Что это? Кэл, ты что делаешь? Тоже с тобой не так, Кэл. Так, нам не сюда. И нафиг. Жаби. Жаби, аккуратно. Остановись. Давай без этого, жаби. Как тебе идея? Здесь опять бонфайр. Так. Этого не надо. Подземное убежище. Хорошо, отдохнуть. Там штучка какая-то. Окей, но сначала мы сходим за сундуком. Сразу хочу предупредить, что это прохождение будет нереально медленным. Потому что так надо. Просто жопка. Дела. Давай сегодня без драк. Правильно, бейся в стенку головой. Как туда попасть? Может, надо здесь что-то сделать? Да вроде бы нет, а что? Ладно, потом вернемся.
храму мы пойдем в последнюю очередь, если что. Да, я в курсе, что там надо еще найти какой-то проход, ну типа. Потом. Что это за принц Персии начался опять? М? В смысле, не опять? Просто начался, ну. Как бы да. Что такое? Сканировать. А. Сканировать. Что это? А. Они тут скрываются. Здесь одно слышу вроде бы. Что это? Пара рыба. Окей. Возможно, здесь есть рыбалка, но я пока понятия не имею, как рыбачить, поэтому пофиг. Так, нам вот сюда. Сейчас разбежимся. И не попадем. Кайф. А это что? А, это просто блеск. Ладно. Попробуем еще раз. А, может надо с бонфайра? Потом. Сначала сюда, значит. Слышали это? Тут что-то есть. Что-то большое и злобное. Это что-то, скорее всего, нас убьет сейчас. Что такое? Планировать. Что-то нашел. Завр. Что это такое? Что происходит? Так, это видение силы, как я понял. О! Я понял. Теперь ты действительно принц Перси. Пробуй еще. О, у нас косичка как у этого Уэнакина. Так, стоп. Да быстрее-то. Бей по стене. Отлично. Да, ты смог. Что такое? А, его можно просто звать. О, у меня есть идея. Не, она так не работает. Блин, а жаль. Просто подумал, что здесь можно будет как-то вот так это делать. Как в принц Перси, разумеется. Видимо, пока что этого нельзя. Жаль. Какая-то штучка наверху дышит. Открылось. Как так?
А, может там просто было место такое, где надо было именно пробежать по стенке? Как здесь, например. Теперь нам доступно уже несколько сундучков. Здесь что сделать? Офигеть здесь. Офигеть здесь всего. Так, аккуратней. Ты молодец. Залезь. А, даже так. Вау. This area was used for meditation by someone familiar with the Jedi Order. Окей. Ой, я понял, для чего вот это. Нам нужно, чтобы вернуться назад. Хорошо, допустим. Медитировать. Древо навыков. Так, рывки. Рывок с ударом. Можно вот это, в принципе, прокачать. Сейчас посмотрим, как оно выглядит. Это было очень странно, на самом деле. Прям нереально странно. Так, хорошо. Здесь нужно быть очень аккуратным. Bag brought it from Coruscant. They were frustrated with the Jedi Council. Ого. Как нам попасть вон туда, наверх? Ладно, не важно. Надо идти к сундуку. Сундук наш и все. Это. Аккуратней. Нет, ну я сильно затупил, кстати. Прям нереально сильно. Где моя награда? Вот она. Что здесь? Получен новый переключатель светового меча. Отлично. Сюда можно как-нибудь пробраться? А, понял. Стоп, а это что? Тут. А, лифт. Ого. Это действительно шорткат. Стоп, а кто там? Кто там стоит? Крабики. Вот это огромная ящерка. Ого. Двигается. Крабики, аккуратней. Вы можете совсем немного пострадать. Да ты меня заманиваешь. Справедливо. Хотят меня столкнуть. За хилку, спасибо. Блин.
Это не имба? Это не имба случаем, нет? Это ж мгновенная хилка, блин. Столько мгновенной хилки, я считаю, это нереальная имба. Так, а это что, нужен ключ? Что тут? Новая муфта Святого Меча. Чё это такое, BD-1? Открой. Может, надо юзнуть The Force? Видимо, нет. Блин, эта штучка такая огромная. Посмотрите. Здесь кто-то сидел и наблюдал. Просто юзер, наверное, халат валяется ведь. Так. А. Окей. Этому, а это мы уже к храму идем. Древнее хранилище. Не, на перегонки мы не будем, дружище. Вода, люблю воду, кайф. А это что? Какой-то, а это статуи. Блин, так лагает сильно. Чьи-то кости. Это что? Так, надо быть аккуратней. Что здесь? Я там, да, я там был. Окей. У нас, кстати, ноль хилок. О, смотрите. Найс, вода. Ладно, идем в хранилище уже. Скорее всего, это будет наше местное... Блин, храм огня, короче, местный. Не знаю, как это еще назвать. Да, просто храм огня. Еще не конец. Здесь будет какой-то навык. Сначала медитация. Медитация наше все. Отдохнуть. Так, хилки восстановились. Понял. Взаимодействие. А, это не навык. А жаль. Это выглядит интереснее. В смысле? А, это очередное видение силы, что ли? Скорее всего. Ладно, будем. Заходим в видение силы. Офигеть. Скорее всего, будет босс. Сканировать. Какая-то плита. А, это голограмма. Of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Eno Cordova,
I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. This place, this vault is a sacred... Ну, так и понял. Built by a vanished civilization known as the Zephyr. А, я думаю, это джедайский храм. А, это все-таки джедайский храм, ладно. Джедайский холокрон. То есть мы будем сейчас путешествовать по галактике и собирать чувствительных силы детей. I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zephyr once did. In this droid, you'll find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zephyr homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. And may the Force be with you. I guess you were the someone I was supposed to meet. Я бы не стал садиться в воду, но... You want to meet some friends of mine? Ок, погнали. Сначала осмотрим это немного. У них шлем похож на головы вексов с Destiny. Они, наверное, уже вернулись. Like we'll что это? Жаби не надо, жаби. Все, ты сдохла? Что у тебя видео? Нафиг ты сканируешь мою шею? Гений. Гений на дроиде. А как мне попасть к той штучке? Мне очень интересно. Предлагает. Не знаю, короче. Даже нет идей ни малейших. Заброшенная мастерская. А, вспомнил, вспомнил. Не, тут и другое место уже. Это уже другое место, кстати. Что тут? Чего? Окей. Экел, что же ты делаешь?
что-то нашел? My friend, да, я. It appears the Cepho had some interest in Dathomir. Да что? Strange. Очень. For such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so dark. Тьма круто. Эта дверь откроется? Дверь открылась. О, это шорткат. Это так убегает? Там что за двери, как ее открыть? Она заперта с другой стороны. В подобной игре подобное, я считаю, ну, в смысле, в этой игре подобное я считаю полным бредом, потому что у нас есть световой клинок. Мы, в принципе, можем взять и разрезать дверь нафиг. Почему-то оно не хочет так работать. К сожалению. Так, ладно. Еще что-то нашел. Good job. Очень. Should be a lot quicker than the way in. Так. А стоп, это куда? Ведь не по сюжету, я надеюсь. Блин, нет, это по сюжету, походу. Так, можно как-то попасть вон туда. Но как? Мы же еще не умеем клинок метать. Что у нас вообще по прыжкам, кстати? Так, это место, где жабка. Почему у этой жабы такой поломанный хитбокс? Объясните, пожалуйста. Почему он настолько убогий и кривой? Типа на этой локации были еще две подобные штучки, но чуть поменьше, как я понял. У них хитбокс нормальный почему-то, у этой он просто сломанный. Это ненормально. Так, ладно. Пофиг на эту жабу, короче. Бессмысленно с ней драться пока что. Блин, можно было бы зайти еще в мастерскую и посмотреть, чем бы там навыбивали для меча. Но это потом. О, еще сундук. Го. А, тут есть специальное место для прыжка. Серьезно? И что делать? Как мне туда допрыгнуть? Это очень странно. Так. Ладно. Сюда допрыгнуть, скорее всего, тоже не смогу. Вот сюда смогу. Или нет? Вау. У нас ведь нет дабл джампа.
Даблджампа пока что нет. Я не знаю, будет ли он вообще. Блин, это бред какой-то. Видимо, здесь серьезно нужен либо усиленный прыжок какой-нибудь, либо действительно даблджамп. Других вариантов я просто не вижу. Ну, крюк еще может быть какой-нибудь, не знаю. Игра, не надо лагать. Опять все зависло. Нет, нет. Да, конечно. Так, здесь нет еще ничего. Вот здесь есть. Здесь я точно не был. Посмотрите на него, какой же он забавный. Что это? Спрятался, да. Спрятался. Я приду за тобой. Я тебя затискаю, кстати. Будь уверен. Очень странно это работает. Вот эта панелька, у нее другой цвет, если что. Да, просто информирую вас. Как я понял, короче, нам нужен новый левел силы или что-то в этом роде, чтобы разрушать объекты, двери и стены. Окей. Так, это что? А, ничего. Да я что? Ну-к. I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Grease. He did. Tell us, Cal. The vault was built by an ancient civilization called the Zepho. A Jedi named Eno Cordova hid something inside of it. What did he hide inside? A holocron from the archives. It contains a list of Force-sensitive children. The next generation of Jedi. I knew it! Oh, Cordova, you old fool. You knew him? Yes. A long time ago. I was his apprentice. Cordova was a loner. That little droid and I are probably the only ones that know about Pagano. Hold on, wait a minute. A holo what? A holocron. Flashka. It stores information, but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Флешка с паролем тупо для GDF. Use the force. А, я думаю, что-то надо будет нажать. Бион Кеноби. With that list of force sensitives, we could rebuild the Jedi Order and defeat the Empire. Okay, no problem. Let's get it. Well, except the holocron is hidden deep inside the vault, and to get it, we have to follow Cordova's path. He mentioned something about the planet Dathomir and a Zepho homeworld. All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? Тот же вопрос. Experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. But you still want to rebuild the Order. I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice.
Are you with us? We're in. Dathomir Zepho, it's your choice. Так, видимо, наш корабль — это тот самый Храм Огня. Да. Здесь даже есть место силы, которое можно помедитировать. Так, отдохнем. Тут даже станок есть. Верстак, в смысле. Прикольно. Стоп. А, у этого еще и характеристики есть у всего. Хорошо. Материал. Стоп. А. Ого. Так, ладно. Значит, вот эту штуку мы тоже поставим. А, она ни на что не влияет. Ладно. Побегаем пока что с зеленым.